Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubez. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как получить заявки из YouTube за 14 дней. Если вам раз и навсегда хочется разобраться в том, как работают алгоритмы YouTube и почему у других видео выходят в топовые позиции Яндекса, Гугла или YouTube по запросам, а также в рекомендуемые и на главную страницу к целевой аудитории, а у вас нет, если вы загружаете видео, но отдачи нет, а хотелось бы с каждого нового ролика получать заявки в свой бизнес, или если вы только планируете масштабировать доходы своего бизнеса или же укрепить позиции личного бренда или бренда компании за счет увеличения доверия с помощью видеороликов на YouTube, но бюджетов у вас пока на это нет или они есть, но ограничены, а также если вы являетесь помощником предпринимателя и вам поручили продвижение на YouTube, да, то есть работу с YouTube каналом, но вы не знаете каких-то основных моментов по работе с видеороликами и хотели бы, чтобы вам еще и доплачивали за работу с YouTube каналом, тогда обязательно досмотрите это видео до конца, оно будет для вас очень полезным. Недавно в своих социальных сетях я анонсировала, что в ближайшее время буду проводить тренинг, как раз таки направленный на прокачку YouTube канала в вопросе того, как получить заявки из YouTube за буквально 14 дней. И сегодня я расскажу о том, как все будет проходить, как будет проходить этот тренинг и какая будет программа. Ну, во-первых, стартуем мы с 10 июня. Продолжительность тренинга будет 14 дней и занятия через день. Скорее всего, это будет понедельник, среда и пятница. Формат будет закрытая группа ВКонтакте, и количество участников на VIP-пакет с обратной связью от меня будет, скорее всего, не больше 8 человек. Потому что в этот раз я хочу дать максимум обратной связи участникам, чтобы каждый дошел до своего заявленного результата. Что входит в стоимость? Во-первых, конечно, 6 контентовых занятий, они будут в записи. На каждом занятии мы разбираем очередной шаг, который приближает вас к цели получения заявок с ваших видео на YouTube. Давайте разберем подробнее. В первом уроке мы разберемся с тем, что влияет на попадание видео в топы и рекомендуемые к вашей целевой аудитории, чтобы понять, как вообще YouTube работает. И разберемся с реальными интересами, а не вашими придуманными вашей целевой аудитории, и сделаем ее очень подробное описание. Результатом этого урока будет то, что вы сэкономите 50% вашего времени на то, чтобы разобраться, как же все-таки YouTube работает и что же нужно вашей аудитории, чтобы записывать эффективные видео и не тратить время зря. Навыком в данном случае будет того, что вы научитесь понимать алгоритмы YouTube и реальные интересы вашей аудитории. На втором уроке мы начнем составлять свой список топовых тем. Мы разберемся, как их подбирать, через какие сервисы эти темы анализировать, чтобы они действительно с высокой вероятностью выходили в топовые позиции Яндекса, Гугла, Ютуба по ключевым запросам и также в рекомендуемые видео. То есть у вас появится медиаплан на один, у кого-то даже на 3 месяца вперед. Вы уже начнете здесь потихоньку записывать видеоролики. Но главным навыком будет то, что вы научитесь подбирать и составлять темы для своих видео. И у вас уже больше не будет вопроса, о чем снимать ролики, на какие темы. Вы будете прекрасно знать, где и как искать идеи для своих видео и как их записывать, чтобы это было эффективно. На третьем уроке мы разберемся с тем, как оптимизировать или же настраивать ваши видео правильно. Причем главное слово здесь – правильно. Почему? Потому что ко мне очень часто обращаются владельцы каналов или же менеджеры, которые говорят, мы оптимизируем, мы подбираем теги, делаем описание, но у нас ничего не получается, ничего не работает. Почему? Потому что есть определенная система даже того, как составить название видео, как сделать описание, чтобы оно правильно ранжировалось
поисковыми системами Яндекса, Гугла и самого Ютуба, чтобы ролики действительно выдавались в топовые позиции и в рекомендации к целевой аудитории. Как подбирать и составить теги, как правильно их поставить друг за другом. То есть здесь мы все это разбираем. И навыком здесь будет то, что вы научитесь выводить свои видео как раз-таки в рекомендации к целевой аудитории и в топовые позиции Яндекса, Гугла и Ютуба. На четвертом уроке мы научимся создавать цепляющие картинки и видео для увеличения потока целевой аудитории. Как я всегда говорю, 50% успеха ваших видео – это ваши картинки. Это самое первое, что видит потенциальный зритель на Ютубе в рекомендации или же в поиске. Поэтому здесь мы разберемся с тем, как делать эффективные значки, как отслеживать эффективность ваших значков, да, тавтология, но так оно и есть. А результатом будет то, что мы увеличим количество кликов по вашим картинкам на 30-50%, как в поиске Ютуба, так и в рекомендуемых. И вы сможете очень легко составлять цепляющие картинки буквально за 5 минут. На пятом уроке мы уже приступим к тому, что будем превращать холодного зрителя в горячего заказчика. То есть разберемся более подробно со скриптом, с тем, какие призывы делать, как взаимодействовать с вашей аудиторией в самих видео и в комментариях, как работать с имеющимися уже на канале подписчиками через вкладку «Сообщество». И вообще разберем всю воронку, что происходит с вашим зрителем с того момента, как он нажал на ваш значок, да, и начинает смотреть ваше видео. То есть вы поймете всю эту систему для того, чтобы переводить вашего зрителя, в общем-то, в заказчика и начнете получать уже первые заявки на Ютубе. То есть навыком будет здесь результативное общение с вашей аудиторией через видео. На шестом уроке мы уже начинаем увеличивать свой доход за счет активного использования Ютуба. Как для самого предпринимателя, если вы будете заниматься Ютубом самостоятельно, так и для вашего помощника, да, то есть в случае, если вы ведете, например, чужой канал на Ютубе. То есть здесь мы обсудим, как взаимодействовать с владельцем канала, если вы ведете чужой канал, как донести ему ценность Ютуба и, естественно, увеличить свой доход как помощника. А если же вы ведете свой собственный канал, то вы научитесь правильно при необходимости делегировать и отслеживать эффективность работы вашего сотрудника с Ютуб-каналом, который будет стабильно приносить заявки в ваш бизнес. А вы, соответственно, сможете увеличить свой доход. Так вот, результатом при 100% выполнении всех заданий вы получите регулярные заявки в бизнес и построите системную работу в Ютубе. Это вот то, что заявлено в качестве получения навыка после шестого урока. На самом деле, вот все те шаги, которые я сейчас вам рассказала, именно они помогли во многих моих проектах, даже с нулевого, ну буквально там с 500-300 подписчиков на канале, вырасти в 10 раз за 5-6 месяцев, как в подписчиках, так и исходя из последних проектов нашего агентства, могу точно сказать, что каждый второй подписчик, даже каждый второй, третий переходит с ваших видео на ваш сайт. И если сайт очень хороший, то заявки будут. Далее, у вас будет 6 домашних заданий. То есть после каждого занятия вы получаете домашнее задание, которое необходимо выполнить обязательно, чтобы у вас действительно была наработка навыка. И будет 4 созвона с обратной связью всей группы по 30 минут, где мы будем разбирать как раз-таки ваши домашние задания, ваши вопросы. Я буду давать обратную связь по каждому проекту, что необходимо доделать, докрутить, чтобы все работало качественно. И чек-листы по оптимизации видео. Кстати, вот эти чек-листы помогли в одном из моих проектов за 3 месяца выйти на доходы в 2 миллиона рублей. Поэтому чек-листы будут обязательны также для внедрения. И личная консультация от меня по развитию проекта стоимостью в 5000 рублей. То есть вы ее получите бесплатно, хотя на самом деле, когда ко мне обращаются за консультацией по Ютубу, стоимость одного часа
именно в размере 5000. Также у нас будет чат для участников ВКонтакте, то есть мы будем с вами на связи, вы сможете задавать мне вопросы на протяжении всех 14 дней. Бонусы я вам еще приготовила. Бонусы от меня – это, во-первых, мини-курс в записи «Самодисциплина YouTube-маркетолога». Он позволит вам уделять минимум времени на эффективные действия в YouTube. Он полезен как самим предпринимателям, так и тем, кто ведет чужие каналы. То есть у вас, так как сам тренинг абсолютно практический, да, и там, как говорится, как говорят мои клиенты, кто уже прошли мои программы, просто взял и сделал. Рассказано все абсолютно языком таким, что понятно первокласснику. И вот здесь, когда вы будете внедрять, у вас будет уже расписано заранее, как себя расписывать свой день, чтобы все эффективно работало, да, то есть когда, в какое время там вам записать видео, когда выложить, как сделать отложенную публикацию. В общем, очень крутой мини-курс по самодисциплине. Тренинг будет еще по созданию настройки YouTube-канала. Это для тех, у кого уже канал есть, но вы никаких настроек внутренних не делали. Вот он вам поможет правильно ваш канал настроить, чтобы он хорошо ранжировался с самим YouTube. Далее, видеоурок для продвинутых. 10 секретов настройки рекламы, инстрим или как не слить бюджет. То есть, это для тех, кто уже готов, кроме тех бесплатных способов продвижения, которые мы будем изучать на тренинге, потом пойти в платную видеорекламу, и когда вы будете ее настраивать, здесь есть секретики, да, мои лайфхаки, которые помогут вам не сливать бюджеты в платной рекламе. Но на самом деле самое главное в этом тренинге – это обратная связь по вашим видео от практика, то есть от меня, по продвижению своего или чужого канала на YouTube. Так как я уже проработала порядка 20 каналов в разных тематиках, мы их продвигали либо на протяжении там, полугода, кого-то 3 месяца, кого-то месяц, и в абсолютно разных тематиках одни и те же, скажем, ошибки, которые я вижу сразу, и могу вам дать обратную связь, что поменять, чтобы это было эффективно, чтобы у вас наконец-то канал стал приводить заявки в бизнес. Также вы поймете, как работают алгоритмы YouTube и почему ваш канал до сих пор не приводил клиентов, то есть что же вы делали неправильно, и исправите все эти ошибки. Потому что у нас будет такая совместная групповая работа, где будет среда, где вы сможете общаться с другими владельцами каналов или менеджерами, которые ведут проекты. И за счет этого вы будете обмениваться опытом и смотреть, у кого какие ошибки, и не совершать их в своих проектах. И также вы сможете уже к концу тренинга уже получить заявки со своих видео, потому что мы будем, тренинг основан исключительно на практических навыках, то, что мы делаем сейчас в моем агентстве, в проектах, которые продвигаем. Даже если вы не имеете вообще понятия о том, как работают алгоритмы YouTube, здесь вы с этим разберетесь. Даже если вы уже работали или продвигали свой проект или чужой проект через YouTube, но вы видите, что результаты минимальные или вы выполняете только техническую составляющую, а на маркетинг не уделяете внимания, да, то есть вы не знаете, как сделать более эффективно призывы, картинки, как сделать более эффективны сами ролики внутри, чтобы наконец-то были результаты. Результаты, за которые вам, как, например, менеджеру будут платить больше, да, или же если у вас свой проект, как сделать более эффективными ролики, чтобы наконец-то люди стали оставлять заявки. И даже если канал уже дает какие-то минимальные результаты, но вы знаете, что он может больше, но находитесь в ступоре, а как сделать больше, если я в принципе так уже все сделал, то есть здесь мы с этим вопросом разберемся, и вы увеличите свои показатели в 2, а то и в 3 раза. Поэтому
Бронируйте свое участие прямо сейчас, напишите в комментариях к этому видео, что я хочу прокачать свой YouTube-канал, и я вышлю вам подробную информацию по нему. Ну что же, до встречи! Начните уже получать заявки со своих видео на YouTube, хватит тратить время зря. С вами была Юлия Измайлова, у вас обязательно получится, записывайтесь.